рада, что мы выбрали тебя для работ над сценой. Учитывая, что других желающих не было... Проект просто потрясающий. Один вопрос. Один маленький вопросик гигантской важности. Ты закончишь вовремя? Не сомневайся. Строить дело быстрое. Я всегда говорю, дважды отмерь, потом режь. Но сначала отмерь еще трижды. Если бы это делала я бы давно отбила себе пальцы молотком. Что? Говорю, я бы ударила себе молотком по пальцу! Что? Я сказала! Все будет хорошо. Фу. Только не таскай тяжести, не пили, не строгай ничего, что связано со строительством. Но спектакль уже в пятницу! Не бойся, Сансет, я все сделала! Ау! Я думаю, тебе нужно найти помощника. Боюсь, сама я не справлюсь. Большое спасибо, что согласилась помочь, Радуга Дэш. О чем разговор? Мы закончим быстрее, чем ты скажешь. Посмотри-ка на чертежи. Ну, вообще-то, я думаю, тебе стоило бы взглянуть на чертежи. Я смотрела. У меня все здесь. Не спеши. О чем ты? Надо больше мерить и меньше резать. Ты слишком мало меришь. В чем дело? Кстати, все готово. Хм. Это не похоже на мой чертеж. Это куда лучше. О, кажется, я смотрела не на тот чертеж. Я смотрела на этот. Прости. Это вовсе не чертежи. Это мои мечты. На зеленой бумаге. Да что ты говоришь? Зеленый мой любимый цвет. Я нарисовала все, что мечтаю построить, но на что мне не хватает времени. Но ты уже построила это. Я просто следовала твоим прекрасным идеям. Где ты это нашла? Ну, я сбегала к тебе во время работы. Тебе нужно прибраться в комнате, и твой дневник был на столе. Я не читала. Ладно, читала.